Гарик Харламов – звезда Comedy Club, не боящийся высмеивать и главу государств Владимира Путина. Вот только, что такое хорошая шутка? Он как ни странно не знает, а если бы и знал, то не сказал. Коллег-комиков на эстраде предостаточно, можно и без работы остаться. Наверное, судейство. В Comedy Battle, где Гарик услышал однажды монолог пародии на самого себя, это способ узнать поближе возможных конкурентов будущих резидентов клуба. Биография юмориста началась в Москве 28 февраля 1980 года по знакам зодиака Рыбы. Первые 3 месяца мальчика звали Андреем, потом Игорем в честь умершего дедушки. Прозвище Гарик он получил тоже в детстве. От постквеновской молодости на память остался псевдоним Бульдог. Закончив играть в клубе, Харламов работал на Муз-ТВ в роли злого ведущего. Но сегодня не об этом. Сегодня хотелось поговорить про его жилье. Нам известно, что Гарик живет в квартире, которая начинается с просторного холла в светлых тонах, на полу ромбообразно уложена плитка. Такая же лежит на полу в кухне, с одной стороны расположено зеркало, с другой – скрытые шкафы для хранения. Справа от входа находится гостиная. Здесь все так же в светлых тонах, мягкая зона выполнена в классическом стиле. Во всех жилых помещениях уложен паркет, либо паркетная доска. В детской комнате много классической мебели в молочных тонах. Одно из любимых мест его бывшей жены Кристины – это была кухня. Хозяйка любила готовить и часто, по признанию Харламова, радовала его и дочь вкусными обедами. Эта комната полностью обустроена не только чтобы готовить, но и для того, чтобы можно было с комфортом поесть за большим столом овальной формы. Кухня выполнена в классическом итальянском стиле, гарнитур сделан в молочном цвете, а столешница, фартух и обеденный стол в контраст ему в черном цвете. Хозяйская спальня также оформлена в бежевых тонах. Окна квартиры выходят на проспект Мира и во двор с небольшим проездом. Также Гарик обзавелся загородным домом в 7 километрах от столицы по Новорижскому шоссе. Он обустроен по последним тенденциям и отличается высокими панорамными окнами. В двухэтажном доме обустроены просторная гостиная, спальня, детская, гардеробная, а также сауна с бассейн, джакузи, тренажерный зал и кинотеатр. На первом этаже находятся общественные и хозяйственные комнаты, а на втором спальне – гардеробные и санузлы. Также в доме имеется просторный кабинет, выполненный в классическом стиле. Здесь особое внимание к себе привлекает мраморная столешница, стола для переговоров. В спальне привлекает внимание огромное изголовье кровати, уходящее в потолок. К спальне прилегает еще одно помещение – своеобразная гримерка. В ней находится гримерный столик и зона отдыха. В семье живут 2 небольшие собаки. В планах, по признанию Гарика, завести 3-ю. Для них на 11 сотках, расположенного вокруг дома, оборудовано специальное место для выгула.